Я обращаюсь к мужчинам. Идет война против того, кем призвал вас быть Бог. Не уходите с поля битвы из-за того, что были в зависимости. Помогите другим с такой же зависимостью. Помогите им выйти из этого рабства. Помогите тем, кто переживает развод. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться с Ним и с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Неемия говорил: «Сражайтесь за братьев, сражайтесь за сыновей, сражайтесь за дочерей». «Сражайтесь за дом свой». В 20 стихе он говорит так: «Услышав звук трубы, стремитесь на ее звук, и наш Бог будет сражаться за нас». Когда вы сражаетесь за семью, Бог сражается за вас. Когда вы сражаетесь за сыновей, Бог сражается за вас. Вы не один. У вас есть Небесный Отец. Он уже дал победу. Нам лишь нужно прийти на поле битвы, прийти в церковь, погрузиться в Слово. Победа в наших руках. Мы не пораженное поколение. Мы не пораженный пол. У нас, мужчин, есть победа. Победа в сердцах. Победа над мыслями и зависимости. Мы созданы не для жизни в поражении. Мы созданы для жизни в победе. Идет битва за вашу душу. Запишите. Это битва за ваше предназначение. Враг не хочет, чтобы вы исполнили свое предназначение. Он хочет украсть вашу душу и ваше предназначение. Он знает, что вас призвал Бог. Для чего фараон убивал всех мальчиков-евреев во времена Моисея? Он знал, что в мужском семени есть сила. Он знал, что способны делать мужчины. Он знал, что, избавившись от мужчин, избавиться можно и от семей, и от следующих поколений. Мужчина несет в себе то, в чем нуждается мир. Во времена Иисуса царь Ирод устроил геноцид и убивал всех младенцев. Враг знал, от мальчиков нужно избавиться, потому что в этом поколении есть мальчик, который изменит мир. Мальчик, который изменит свою семью, свой род и перевернет мир с ног на голову. Идет битва за ваше предназначение. Четвертое. Это битва за ваше будущее и будущее тех, кто с вами связан. Я стою здесь, следуя по стопам своего отца. Именно здесь, 10 лет назад, стоял мой отец. Куда приведут ваших детей ваши следы? По чьим стопам сейчас идете вы? Нам нужно оставлять за собой следы праведности, следы искренности, жить в мудрости, чести, честности, надежде и одобрении. Нам нужно говорить людям истину. Настоящие мужчины ходят в церковь. Настоящие мужчины слушают Бога. Настоящие мужчины ходят в победе над грехом. Настоящие мужчины относятся к женщинам с уважением. Настоящие мужчины говорят в жизни хорошие слова. Настоящие мужчины живут в сострадании. Настоящие мужчины живут щедро. Настоящие мужчины искренни. Настоящие мужчины держат обещания, даже когда это больно. Они берут на себя ответственность. Настоящие мужчины плачут. Настоящие мужчины почитают своих родителей и почитают власть. Они защищают тех, кто не может себя защитить. Они берут на себя инициативу. Здесь есть настоящие мужчины. Если вы скажете: «Я настоящий», вы настоящий мужчина. Женщины, скажите своим соседям-мужчинам: «Ты именно такой». Ты именно такой. Это история Иоаса из второй книги Паралипоменон. Многие не обращают на нее внимания, но я считаю эту историю одной из самых важных, когда речь идет о восстановлении мужчин.
и их призвание. Иоаса был отец по имени Ахозия. Тот был нечестивец и правил около года, а затем был убит. Иоас был одним из его сыновей. У Ахозии было несколько детей. Когда его убили, Иоасу было около 9 месяцев. Когда умер его отец, его бабушка Гафолия заявила: «Я убью всех детей царя, я избавлюсь от всех его потомков и сама стану царицей». В Библии много удивительных историй, намного более захватывающих, чем в «Игре престолов», которую я даже не смотрел. В Библии столько драматических моментов, невероятных историй о трагедиях, терпении и мужестве. Герои этих историй оживают прямо на страницах Библии. Итак, Гафолия убила всех детей царя, всех мальчиков, кроме одного. У Иоаса была тетя по имени Иосавеф. Она решила спрятать Иоаса. Она взяла этого 9-месячного младенца, и пока бабушка убивала детей, она отнесла своего племянника в храм. Она отдала его священнику по имени Иодай, и тот закрыл все двери храма. Гафолия никогда не ходила в храм. Она была злой женщиной и не интересовалась Богом. Она поклялась своим идолам и предавалась распутству. Она занималась разными оккультными практиками, чтобы полностью отвратить народ от Бога, и даже не смотрела в сторону храма. Она не догадывалась, что там может быть сын царя. Итак, Иоас спрятался в храме. Его растил не биологический отец, а другой мужчина. Давайте поаплодируем мужчинам, которые становятся приемными отцами и растят неродных детей. Бог использует вас, чтобы говорить этим детям слова жизни, чтобы поднимать их и учить быть настоящими мужчинами. Итак, Иодая взял Иоаса и сказал: «У Бога есть призвание на твою жизнь. Это увидела твоя тетя, и это увижу я». Ты этого не знаешь, но за стенами этого храма тебя ждет трон. В свое время ты вступишь в свои права. Этот народ изменится навсегда, потому что в Израиле есть наследник, в Израиле есть царь. В вашем доме есть царь. В сердце каждого мальчика в этом зале есть царь. В вашем зале есть царь. Повернитесь к мальчику-соседу и скажите: «В тебе живет царь». В каждом мальчике, в каждом мужчине живет царь. Враг пытается сломить мужчину и избавиться от них. Иодай говорил слова жизни. Пришло время, когда Иоасу исполнилось 7 лет. Он рос в храме. Если вы растите детей, растите их в Доме Божьем. Пусть они изучают Слово Божье. Пусть рядом будет народ Божий. Это очень важно. Приходя в церковь, приводите с собой своих детей. Это очень важно. Мальчики становятся мужчинами в Доме Божьем. Иодай знал, что лучшее место для того, чтобы помочь мальчику стать мужчиной — Дом Божий, Слово Божье, Божья атмосфера. Однажды на миссии ко мне подошла женщина и спросила: «Кто вы и чем занимаетесь?» И я сказал, что я пастор. Она сказала: «Я покончила с религией». Почему? Я всю жизнь ходила в католическую церковь. У меня есть дети. Муж меня бросил. А затем в католической церкви начался такой беспорядок, что я перестала доверять священникам. Теперь моя семья держится как можно дальше от церкви. Именно так действует враг. Он берет ошибки нескольких человек и говорит: «Все такие же». Могу сказать, не все мужчины извращены. Не все сломились или запутались. В этом доме сидят сильные мужи Божьи. Детям нужно быть рядом с биологическими мужчинами. Я молюсь, чтобы вы дали мужчинам еще один шанс, потому что есть род и благочестивые мужчины. Вас ждет победа. Нужно, чтобы дети росли под покровом духовных отцов, пусть даже не биологических. У каждого должен быть наставник, который всегда придет на помощь.
Однажды Бог приговорил к пророку. Это книга Езекииля, глава 22, стих 30. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы передо мною в проломе за сию землю». Именно этого искал Бог. Он искал того, кто станет в проломе. «Я искал человека, который станет в пролом в семье без отца». Я искал того, кто станет в пролом, когда мальчики не знают, как быть мужем Божьим. Я искал в церкви человека, который поедет на Мессию. Вы знали, что церкви есть по всему миру, а не только в Америке. Там женщины берут на себя ответственность. Это великие женщины Божьи, но мужчины, вы нужны нам. Поднимитесь. Я не собирался ломать колонки. Это крик моего сердца. Я посмотрел на подростков и так расстроился, что хотел произнести плохое слово, но не буду. Спрошу только, где мужчины? Где вы? Я вижу вас. Вас здесь очень много. И многие из вас слышат меня. Поднимитесь, вы нам нужны. Нам нужны мужчины, которые станут лидерами домашних групп. Мужчины, которые будут учить Библии, наставлять подростков. Мужчины, которые будут служить в детской церкви. Мужчины чистым разумом, с чистыми устами. Искренние мужчины, которые ведут свой бизнес, воспитывают детей, несут людям Слово Божье. Мир пытается вытеснить мужчин и заставляет, чтобы они больше не нужны были в этом мире. Но мы в этой церкви должны сражаться за мужчин. Слава Господу! Бог ищет сильных мужчин, которые возьмут ответственность. Бог ищет сильных мальчиков, которые пойдут туда, куда призывает их Бог. Они поднимут стандарты. Новое поколение изменится раз и навсегда. Иодай созвал всех левитов. Никто не знал, что Иоас жив, что один потомок царя по-прежнему в живых. Ему было 7 лет. Иодай решил, что время настало. «Можно позвать тебя сюда? Пойди сюда, пожалуйста. Подойди, пожалуйста. Иодай созвал всех левитов и сказал, «Один из сыновей царя все еще жив». Левиты очень удивились. Мы думали, что Гафолия убила всех мальчиков, и Иодай сказал, «Нет, это царская кровь. Он призван быть лидером. У него есть судьба». Теперь подытожим все сказанное. В 23 главе Иодай сказал, «Мне нужно как можно больше сильных мужчин, чтобы сформировать стражу для Иоаса, сформировать окружение будущего царя. Можно вызвать сюда несколько сильных мужчин, стоя в середине, а вы окружите, пожалуйста, его. Они встанут вокруг тебя и будут тебя защищать. Встаньте в круг, закрыв все просветы лицом к залу. Вот что сказал Иодай. Окружите этого молодого царя. Он еще не царь, но он им станет. Он получит всю необходимую помощь. Заслоните с собой все просветы, не оставив ни одного. Учите правильно относиться к женщинам. Учите чтить матерей. Учите мудро распоряжаться деньгами. Встаньте в пролом, чтобы быть честным человеком. Встаньте в пролом, чтобы чтить пожилых. Встаньте в пролом, чтобы приходить в церковь. Пусть не останется ни одного пролома. Моему мальчику нужно знать, что у него есть будущее. Враг попытается его забрать, но не оставляйте ни одного просвета. Иодай сказал, сформируйте круг вокруг царя у алтаря. Алтаря. Прочитав это, я заплакал. Я понял, что лучшее место, где мальчик может стать мужчиной, это у алтаря. Лучшее место, где мужчина сможет стать по-настоящему мужественным,
таким, как видит его Бог, это у алтаря. Я говорю не о том, что говорят по телевидению, не о том, как плоско и поверхностно представляет мужчин, не о том, какими изображают мужчин комедианты. Я говорю о том, какими видит мужчин Бог у алтаря. Сформируйте круг у алтаря и всегда ходите вместе с царем. Написано, что стража двинулась к трону. Гафолия услышала возгласы и ликование народа. В атмосфере что-то изменилось. Слишком долго царила тьма. Вы смотрели «Король Лев»? Пока правил злой Скар, в царстве была тьма и безнадежность. Но когда на трон вступил настоящий царь, стало светло. Вся атмосфера изменилась. Пролился дождь, появилась растительность. Бог ищет сильных мужчин, которые возьмут власть в свои руки. Бог ищет сильных мальчиков, которые пойдут туда, куда призывает их Бог. Они поднимут стандарты. Новое поколение изменится. Иоас стал царем и оставался им 40 лет. Иадай был его духовным отцом. Пришло время, когда Иадай умер. Один из пяти мужчин умирает до 65 лет. Во имя Иисуса я молюсь о долголетии, чтобы мужчины жили долго. Почитайте отца и мать, и будете жить долго, и будет вам благо. Когда Иадай умер, Иоас не смог найти себе духовного наставника и умер в 47 лет. Он правил 40 лет. Это немало. Но умереть в 47 лет — это слишком рано. Нам нужны духовные мужчины, которые станут отцами. Поаплодируйте этим мужчинам. Спасибо вам большое. Повернитесь к мужчине-соседу и скажите: «Вы нам нужны. Вы сильный муж Божий». Скажите друг другу: «Ты сильный муж Божий». В завершении я озвучу вам несколько мыслей о том, как выиграть эту войну. Первое — знать, кто мы и чьи мы. Подлинная мужественность рождается от подлинной идентичности. Нужно знать, кто мы. Это можно узнать по тому, чьи мы. Как узнать, чьи мы? Кто твой отец? Мой отец — царь царей и Господь Господ. Царь царей и Господь Господ. В вас течет царская кровь. Вы призваны царствовать. В вас течет царская кровь. Когда вы знаете, кто вы, у вас есть сила против врага. Правильная идентичность поражает врага. Подлинная мужественность рождается от сознания, кто вы такой. Я дитя Божье. Вы не дитя наркомана, не дитя заблудшей души. Вы дитя Божье. В вас течет царская кровь. У вас есть призвание. Второе. Нужно знать, с кем мы сражаемся. Вы сражаетесь не с женщинами, не со своей женой, не с сотрудницами на работе. Это не война полов. Богу нужно, чтобы и мужчины, и женщины поднялись и обрели власть, обрели силу. Это не война полов. Это война против демонических сил, которые пытаются избавиться от мужчин и лишить их мужественности. Нам нужно восстановиться и знать, кто наш враг. Зная, кто наш враг, знайте, что у вас есть сила его одолеть. Где взять силу? Источник вашей силы — подчинение Богу. Мужчины обретают силу не только на тренировках. Это физическая сила. Духовную силу мы обретаем в молитве. Духовную силу мы обретаем, смиряясь перед Богом. Помните, семь раз упадет праведник и встанет. Не позволяйте врагу думать, что вы проиграли. Вы подниметесь. Вы все преодолеете. Вы не в зависимости.
Вы не подавлены. Многие солдаты ходят на поле битвы без оружия. Они идут в штанах, которые волочатся по земле. Помните эту моду 10 лет назад? Да, я знаю, это было недавно. Нам нужен пояс истины, броня праведности, шлем спасения, обувь готовности, благовествовать миру, щит веры, меч духа. Пятое. Сражайтесь вместе с другими солдатами. Не сражайтесь в одиночку. Многие говорят, мне не нужны друзья. У вас должны быть друзья. Я нуждаюсь в братьях, которые сражаются за меня. Выйдите из зоны комфорта. Придите на домашнюю группу, на курсы, ученичество. Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего. Шестое. Облекитесь во власть. Примите ее. Когда я действую с властью того, кем призвал меня быть Бог, моя жена радуется. Да, так и должно быть. Ты настоящий мужчина. И я говорю, да, я мужчина, во имя Иисуса. Я рано встаю, молюсь, иду в спортзал, весь день работаю. Прогоните лень, прогоните от себя апатичное христианство. Нужно подняться и взять власть в свои руки. Седьмое. Победа уже ваша. Вы сражаетесь не за победу, а с победой. Я говорю каждому мужчине. Вы мужчина не только по биологическим признакам. Вы мужчина по призванию Бога. Я призываю вас прийти к алтарю. Поднимайтесь со своих мест. Я хочу помолиться за мужчин. Женщины, вдохновите своих мужчин, своих братьев, своих мужей. Мы будем молиться, мы будем побеждать. Настоящие мужчины, придите к алтарю. Придите к алтарю. У нас есть настоящие мужчины. У нас есть сильные мужчины. Поднимитесь сюда, чтобы всем хватило места. Поднимитесь сюда. Поднимитесь на сцену. Подходите. Подбодрите своих мужчин, своих сильных мужчин. Подходите сюда, со всех рядов, даже с самых дальних. Иисус, это потрясающе, это чудесно. Это мечта. Живая церковь из сильных мужей Божьих. Господи, это невероятно. Подходите. Подходите сюда. Мы всех подождем. Вы не одиночки. Даже если вы в инвалидной коляске, мы вас подождем. Если вы с палочкой, мы ждем вас. Приходите. Приходите. Сильные мужи Божьи. Приходите, мы вас ждем. Я молюсь, чтобы это послание вдохновило вас и напомнило о том, что Бог за вас. Он не против вас. Если вы ощущаете, что вас атакуют или атакуют вашего сына, мужа или отца, то, слушая это послание, помните, ваш Небесный Отец любит вас, любит ваших детей, любит вашу семью и хочет для вас самого лучшего. Слово Божье говорит, что намерения Бога во благо, а не на зло, чтобы дать нам будущность и надежду. Мужайтесь. С чем бы ни пришлось столкнуться вам или вашей семье, возможно, вы молитесь за своего сына, мужа или отца, и, слушая это послание, думаете, «Да, мое сердце подвергается атакам со всех сторон». Я приглашаю вам помолиться вместе со мной. Скажите, «Иисус, я доверяю Тебе». Я не полагаюсь на свой разум. Я признаю Тебя своим Господом и Спасителем. Бог, направь мои шаги. Дай мне победу в каждой сфере моей жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Слово Божье говорит, призывая имя Господа, мы спасемся. В имени Иисуса есть сила. Вы помолились и призвали имя Господа. Я верю, что это поможет вам укрепить вас и даст вам победу в жизни. Мы приглашаем вас на одно из наших служений в Талсе.
Почувствуйте себя как дома. Информация о наших служениях есть на нашем сайте. Там же вы можете послушать это и множество других посланий. Мы хотим укреплять вас в нашей вере. Мы всегда рядом. Мы любим вас. Помните, лучшие дни ждут вас впереди. Мы вас любим. Помните, лучшие дни ждут вас впереди.